Хедлайнером фестиваля 404 стал знаменитый российский веб-дизайнер Артемий Лебедев. Вместе со своей командой он предложил региональным властям помощь в развитии городских пространств и в создании Самарско-Тольяттинской агломерации, которая будет третьей по численности населения в стране. На встрече с известным дизайнером присутствовали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. По словам властей, тема развития городских пространств интересует практически всех жителей городов. Совершенно очевидно, что здесь как раз и синергия, да, здесь возможность такого перехода на новый качественный уровень, потому что если мы создадим условия, что Самара и Тольятти станет де-факто одним городом, да, вот, с численностью населения там, 2 700 000, конечно, это качественный уровень совершенно другой. Также во время встречи прозвучало предложение разработать уникальный дизайн-код города, который соответствовал бы современным стандартам, но при этом сохранял городскую аутентичность. При разработке будут учитывать расположение Самары на пересечении двух рек и наличие благоустроенной набережной. Недавно центр Самары получил статус исторического поселения. И в первую очередь, конечно, приоритетным является формирование принципов, которые помогут сохранить вот это вот историческое наше наследие. И мы можем начать с того, что разрабатываем дизайн-код непосредственно для исторической части города. Также на площадках фестиваля обсудили управление проектами, развитие технологий умного города и перспективы космического туризма. Фестиваль 404 прошел в этом году в 10-й юбилейный раз. В Самару приехали 1500 IT-специалистов из разных точек мира. Для них подготовили более 20 лекций и мастер-классов от топовых экспертов отрасли. Это роскошь личного общения, и в основном все ивенты, они были онлайн. Но все мы поняли, что онлайн это совсем не то. И очень скучали по личному общению, поэтому самое главное, то есть да, мы старались сделать фестиваль больше, лучше, чтобы было больше тематических секций, чтобы к нам приехало больше людей, удивить людей новыми площадками, но все это меркнет по сравнению с тем, что можно просто поговорить с человеком без зума. Программа, которая состоит из 12 треков, такого количества у нас не было никогда. И концентрация спикеров, которые приезжают к нам в эти два дня, просто зашкаливает все мыслимое количество настоящих, интересных, крутых докладчиков и докладчиц. В 2020-м из-за эпидемиологической обстановки фест прошел в онлайн-формате. Обязательным условием офлайна в этом году стало наличие сертификата о вакцинации против ковида или отрицательного ПЦР-теста. Мария Елчан, Мария Левина, Василий Колдашов. События.